в классическом ралли по Франции. Позвоните категории, видите, в 95-м году выиграл ралли Монте-Карло. Кроме того, в 87-м году он занял второе место при том чемпионата мира по классическому ралли. Ну и также стоит отметить, что еще в 70-х годах Жан Каньоти перешел на втором месте в Монте-Карло. Это было в 1978 году за рулем автомобиля Renault R5 Alpine группы 2. Ну а вот за рулем этой машины, которая сейчас под номером 3 демонстрирует российским зрителям Жан Каньоти. В 80-х и в начале 90-х годов. Нужно отметить, что на счету Жана Каньоти не только успешные выступления в классическом ралли, но, например, в 78-м году он перешел в своем экипаже на четвертом месте. В суточном автопроходе 24 часа Лимана и также за рулем автомобиля Renault Alpine. Кстати, в этом году бренд Alpine возвращается в Лиман, гонка, которая проходит в эти выходные на кольце Санте. Ну и вообще поговаривают о том, что компания Renault к 2016 году может вернуться в Лиман уже всерьез с прототипом первой категории и бросить вызов лидерам сейчас класса LMP1 вскоре за победу в абсолютном значении в Лимане. Компания Renault успешно выступала и в Лимане, и в Формуле 1, и в раллийных гонках, учитывая, например, Жан Каньоти.